у дома растут. В третьем магазине только нашел каркасы и это брючевой набор. Рыжик по набережной бегает, забил он болт на все, он ночевать даже не пришел. Уже четвертые люди сказали, что на набережной тусит. Сегодня солнце, жара. Столько людей много. Откуда люди? Перила делают на мосту. Нормальный ход. Плитка. Вот что тут творят. Заборы поснимали, теперь тут все видно. Котлованы, фонтаны будут. Какая-то непонятная. Мелкая какая-то. Улица Московская. Вот здесь такая плитка здесь новая. Попал я. Выхода тут нету. Выхода нет. Дерево свисает, да, над дорогой. Блять, попал я. Не выйти отсюда мне. Не выйти. Там гаишники стоят. Там гаишники стоят. Улица Киевская. Горы. Горы клево смотрятся. В
И гаишников не надо. Камеру навел, все так культурно едут. Графский проезд за этим домом. Там снимали фильм «Неуловимые мстители». Вчера я смотрел этот фильм. Смотрю, места знакомые какие-то. Штаб-квартира у них была там в Графском проезде. Почти весь фильм тут снимали в центре города. Дерекойка река. Гаишники под платаном спрятались. Ох и гаишники, ох эти гаишники. Расселись на солнышке. Море блестит. А вы чем недовольны, собачка? Цветы высаживают. Зеленстрой. Зеленстрой в деле. Чудесный денек, я вам скажу. Жара. Ялта – лучший город в мире. Плюс 12 показывает. На самом деле градусов 20 есть. Клёвое дерево. Наверное, самая первая гостиница.
10 минут второго. Море чистое. Море очень чистое. Как же хорошо в Ялте, когда нету людей. Все так спокойно. Все так пустынно, классно. Без шума, без гамма. 24 ноября.